Привет, моя дорогая мамочка. Вот решилась тебе написать письмо. Прошло уже много времени с того момента, когда я с тобой виделась. Мне очень трудно без тебя. Хочу у тебя попросить прощения за те моменты, когда просто не слушала тебя. За то, что ты ночами не спала, зная то, что ты еще в расцвете сил, и у тебя уже появились седоватые волосы. На твоем лице появились морщинки. Прости за то, что ты потеряла свое здоровье. Прости меня за все. Очень жаль, что только сейчас я это понимаю. Только сейчас, когда я нахожусь в местах лишения свободы. Прости меня, мама.